Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Недвижимость ZIPA, где в лучшие времена работало 2000 человек, выставляют на продажу. В прошлом году предприятие присоединили к ООО «Ратон», а сейчас недвижка попала в собственность городских властей. Купить бывшие заводские корпуса теперь можно за сумму примерно около 10 миллионов рублей. 2 года колонии за фото Лукашенко. У него, кстати, сегодня день рождения. Как пишут «Сильные новости», в августе прошлого года гомельчанин отправил в телеграм-канал фото Лукашенко, которую суд железнодорожного района посчитал оскорбительной. Далее были еще сообщения в адрес Лукашенко, угрозы минскому судье. Короче, за это мужчину и приговорили к 2 годам. А эта ночка гомельчанам запомнится надолго. Гром, молнии, ливень и ветер. Да и утром непогода не отступила. Посмотрите, что она натворила. В городе были затоплены улицы и повалены деревья. А синоптики говорят, что осадки ожидаются как минимум до среды.